Я думаю, что переживать так сильно никто не будет. Если вдруг Москва исчезнет с карты, скажем, России, да, с мировой карты. Вот. Конечно, ох, как же так, что ж такое произошло. Вот. Но жить-то надо. Все также будут копать картошку, выращивать кур и там скотину. Вот. Будут продолжать жить. Я думаю, так. Просто столица переместится куда-нибудь в другой город. Санкт-Петербург пусть будет, там, скажем, либо это другой какой-то город. Москва — это просто название, скажем так.